Если без трэша, просто... Я вообще адреналиновый наркоман. Зависло, ладно, идем дальше. Кстати, говоря... Слушай, Юлька, я хочу на мотоцикле прокатиться. Я хочу за рулем прокатиться. Ни хрена. А, не, ну мы хотя бы... Не, я подвыпила. Нет, нифига. Лучше пусть меня кто-нибудь покатает. Нафиг. Нафиг. Нет. Слабо. Слабо. Нормально. Мне нужна модель для сильной женщины. Для начала нормально. Женская, но дерзкая. Вот так вот. Ты, Юлька, держи меня. У меня абсент пошел. У меня абсент пришел. Что, я люблю абсент? Здорово. Здорово. Молодежь пошла сейчас, да? Hello. Анекдот расскажу. Давай. Мамочка приводит девочку домой. Такая так. Девочка маленькая, симпатичная такая. Ага. Все так красиво. Мама спрашивает, а вы курите? А пьете? А почему? Надоело, бросил. Нормально, что? Нормальный анекдот. Так, все, я забираю. Слушай, мне нравятся эти, мне нравятся эти парни, как они мне нравятся. Они в моем стиле просто. Я прям размаз. Только не полите меня никто. Только ненадолго. Хорошо, нет, я быстро. Я просто в туалет и сразу обратно. Так, мужской, ну ничего, мы агрессивные девушки, о, автоматический свет, мне это нравится, мы можем зайти в мужской, нам как-то, пофигу. А, Юлька еще мне сказала, что ненадолго, главное никого не подавлять, главное, чтобы всем было комфортно, потому что если кому-то некомфортно, начинается... так скажем, помехи. Помехи в радиоволнах, помехи в желаниях. Это нафиг не нужно. Нужно чувствовать каждого персонажа игры. Чувствовать каждого. Абсолютно. Потому что в игре оказывается, не оказывается случайно никто. Случайности нет. Вы заколебали. Заколебали с случайностями. Нет их. Юля! Там очень, кстати, комфортно. Да, очень. Да, кстати, там кальянчик можно покурить. Вот такая камера, вот смотри, вот такая. Ничего, дружище, благодарна. Вы хотите такую камеру? Что? Что так называется? Это Sony. Да не, ну я так мимо держите. Прошел. Здесь можно, кстати, ремешок расширить, у вас большой рука. А вы что думаете, вы откуда приехали? Мы с Урала сейчас приехали. С Урала? Да, у нас был поезд в Пермь, Новороссийск. А я Чебоксар. А? А сейчас где живете? Здесь. Сколько лет? Какой размер первый обуви? Мы первый день. Какой размер обуви? Рост, вес? Смотрите. Так, размер нет. Груди все видно, здесь даже без лишних деталей. А трусики есть? Ну нет, они у меня сушатся, кстати. Да вы что? Нет, у меня тоже нет. Тоже нету трусиков? Ну да, мы искупались. Вы постирали где-то. А, ну молодцы, правильно. Вот познакомьтесь, это Жора. Где Жора? Вот Жора. А, он из Тынды, кстати. Я из Тынды. Привет, да. Из Тынды. Жора. Hello. Спроси у девчонок, кокаин они любят или нет? Как вы думаете, Жора, мы любим кокаин или нет? Да. Вот как раз таких... Поехали на Сарик. Вам не нужен богатый олигарх? А у нас знаете какой фестиваль? Какой? Сиськи, виски, рок-н-ролл. Нам это больше подходит, чем Иван Царевич. Ай, серый волк. Мне они очень нравятся, они меня возбуждают. Боксом занимаешься? Нет. Конечно. Ну, естественно, байкер. Все же видно по образу. Да. Я как бы сразу заметил, как только подошел. Образ, да. Образ. Да. Перчатки мои, да? Конечно. Кто на обувь, а кто на перчатки, да? Да. Сразу оценка идет, да? Да. Короче, вам богатый не нужен жених, да? Чего это не нужен, как бы не помешает? Ну, поехали с нами туда. У меня даже солнечные очки, чтобы ветер не дул. У нее все есть. Ну что, кто не позвонил, сказал это? Охренеть, видеокамера. Вас скрывает видеокамера. Это лучше, чем секс. Да, это лучше, чем секс. Это лучше, чем секс. Испробуй новое. Хочешь?
Доверься мне? Хочу. Давай. Все. Короче, смотрите, у нас есть вещи. Куда мне вот это? Где, куда мой MacBook упрятать? Народ. Извините, конечно. Но поездку на мотоцикле заснять для вас не получилось. Знаете, что очень жалко? Почему жалко? По крайней мере, я пока не могу вмонтировать свои глаза, свои чувства, свои восприятия в мега-камеру, чтобы вы видели то, что я вижу, чтобы вы чувствовали то, что я вижу, чтобы вы понимали то, что я понимаю. Мне очень хочется показать свой мир. Мир, в котором живу я. Если бы вы его увидели, перед вами бы открылась новая галактика, новая вселенная. Просто очень многое я просто не могу заснять, не могу передать. Но почему не могу? Кто сказал, что не могу? Я могу это сделать. У меня есть очень много инструментов. У меня есть камера, у меня есть фото, у меня есть мои рисунки, у меня есть мои глаза. У меня есть мои глаза. Так что я всеми способами передам вам свою реальность, чтобы вы поняли, насколько этот мир хотя кто-то уже понимает. Кто-то понимает уже.